И потом... Он такой, ну, деньги взяла. Я деньги взяла. И освяти дары словом истинной молитвы. Аминь. Так, с кем работали дети? С Надеждой Васильевной. Как работали? Хорошо. Все хорошо работали? Все хорошо. Вы часы поправьте, у вас на 8 минут вперед идут. А? Часы на 8 минут вперед идут. Какие? Нет. Вот они. Я же тебе сказал утром, а что ты не проверил? 52 на моих тоже. Да, да. 52, да? 52 минуты. Ну, думали так. Еще сильнее сделать. Только приходится уже осознавать. 52. Поставим раз в неделю. О, заходи. Посмотри. Д'Артаньян какой. Ноги-то глянь, как у него. Одна нога так, другая так. Держи, дорогой. Вот видите, какая? И вот это вот. Она выдавливает вот такой вот сюда еще. Вот. Записывает она только на это счастье. Вот, маленькие. Нет. Сколько полосок здесь. Вот. Когда начали за это изобретение, то я просчитал, это раз в огоньке было. Говорит. Сейчас, говорит, такое идет цифровое написание цифр, что на один ноготь, величина на ноготь, могут записать роман Льва Толстого «Война и мир». Я просчитал, ну как, буквы, запятые, какие буквы будут мелкие. Ну, мысль, категория, метельник. А вот это она сейчас, она меньше ногтя. Если я не ошибаюсь, 16 гигабайт. Ну да, да. А? Все тут написано. Это 10 тысяч томов умещается. Тысяч. 10 тысяч. Такие книги, как у меня, 752. Это какую иголу надо было иметь? Не надо комментировать ничего. Понятно, пришли к какому времени. Дальше. Сегодня я узнал. Старшие не соблюдают основной принцип безопасности детей. Помыли руки нечем. У ребенка спрашивает, может твоим полотенцем будет у руки? Да вы что, говорит, окупели совсем. А ребенок еще узнает, ему хоть что, все можно. У вас ни веры, ничего нету. Я не вытираюсь, пока вот сейчас вымылся, все сухо. Я тоже. Вышел и ветер, поднял руки. Нету, никогда не вес, чужим не вытирайся. Во-первых, подхватить можешь, во-вторых, можешь заразить. Понятно, я говорю, нет? Чужую обувь не надевай, чужие платки, шапки не надевайте. Другое дело, там верхняя одежда где-то бывает, тем более войну когда. Не делайте то, что нельзя делать. Я прошу встать на молитву. Только заходишь и все время какую-то льготу ищешь. Вот больной человек сидит. Ну не позволяй себе этой пакости. Вы слышали? Да. Чужую обувь не надевать, чужие шапки не надевать, вы можете подхватить нехорошее. Ежик, я не знаю, на них эта молва идет такая, что будто бы они нехорошей болезнью болеют, да бешенство. Я не видал ни бешеных ежей, но люди могут все говорить. Но лучше не брать. Посмотрели, сфотографировали, ну а что с ним дальше делать? Вот у меня Надежда там живет под крыльцом. Один. У меня прям внутри живет, кино идет, его видели, выходит. Приходит, чашки ест. Ну а дальше-то что? Мы уезжаем, зима, они все погибнут. Если ты возьмешь, посади их в погреб, и зимой корми там яблоками или чем. Узнай. Они едят кое-что. Создаем условия, где-то это можно сделать. Помоги им пережить. Но их никто не возьмет. Поиграл, бросил, на дачу подержали котенка, уехали, они теперь там. Меня один священник говорит, ну вот у вас кошка приносит котят, я говорю, ну да. Ну и куда вы их? Ну никуда. Куда они нужны? Если они не нужны, там лопатой копнул один раз, прикопнул землю, опустил, все. Это биомасса, они не понимают, слепые, не слышали. Это все равно, что в яйце эмбрион. Ой, да как это можно? Я говорю, а вы как? Ну у нас кошка была, там, может, собачки. Ну, дача кончила, период дачи кончился. Это что? Ну, мы уехали. Он никак не говорит. А где собачка-то где? Ну, мы там ее оставили. Оставили?
В этом доме хозяин тоже был, уехал, оставил, запер, весной пришли, они дохлые лежат. Это ты им устроил такую жизнь, Освенцим? Ну кто-нибудь накормит, да кто ж, когда значит все уезжают, да кто будет чужих собак кормить зиму-то? Значит, котенка, который не жил, у которого один сейчас от рождения, который не, он не соображает, и ни боли не чувствует, иные топят там, иные там сжигают, это разницы никакой нету. Не нужен человек, поставлен хозяевам. И поэтому реально, стой, ну сейчас не надо ничего делать уже, все, стой спокойно. Мешаешься одна только. Вот. Я что говорю, запоминайте. Мы сейчас ремонтируем качели. Под качелями не ходить. Оказалось, первое бревно лежащее, Владимир Александрович заметил ее, что оно сгнило. Нестор мне сказал. Нестор? Да. Ну вот видишь, увидел, как, а я глаза не поднимал. Мы все это отпилил, он, Володя, завез. Теперь полностью все размонтировать надо. Сейчас быстренько сбегайте, привезете там бревно такое, матушка давала, в лагере. Вы пришли раньше, это не работа тут, сбегать, из лагеря привезти сюда. Будем делать, как-то поднимать будем, и, ну не для себя же делаем-то, для вас. Слушайте, что я говорю. Доехали Зонова, позвонили, Горный Алтай. Батюшке позвонили из Кемерово, Валерия Сангелины. От одной Надежды Благодатской нету, маленькая, последняя приехала. Ну, видимо, ей не до этого. Она, я ездила на общественном транспорте, а те-то приехали на своем намного легче. Видите, как у нас условия. Как-то, Виктор, у тебя работали? Да нормально. Все нормально, ну все. Больше дать не могу, мы тут тоже пластаемся, я весь насквозь промок. Володя вверху, я внизу. Бьемся. Все, за стол. Мы молились. Бог любит нас, дает работу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Так, а что с пальчиками у тебя? Что сделал? Да я не так и не понял, что он сделал. Чесноком порезался. Каким? Чесноком. Обжегся чесноком. Листья. Его выкопать надо, я пойду после обеда копать. Пока там что, матушка разделала. Чесноком как порезал? Ты его тянул, она задела, да? Нет, он отрывал головки от хвостиков. Ну бывает, надо было рукавички надеть. Я в перчатку. Через рукавички? Еще себе. Сядь прямо. Не ложись на стол. Уже учился. Так. Сегодня я посмотрел снимки какими. Самые негодные снимки Натальи. Что у вас за прибор? Еще фотографируешь? Аппарат. Да, да. Да. Сделай доброе дело, выкинь его. Не могу, это не мой, не дали. Сколько он стоит? Это мне дали на время поездки. Не годен, абсолютно не годен. В тумане не разберешь, все размыто. Самая хорошая Ангелина сделала. У нее профессиональная. Хорошая у Виктора. Ну, Ангелины. Много. Из ваших, из 10 один нельзя выбрать даже. Да? Ну, для себя. Все размыто. Вам не руки ваши еще брали? Да. Про меня не забывать. Быстро косов будет. А около вас летают мухи, Виктор Николаевич, если вы видишь? Я? А да, по столу так. По стене не бейте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Я уже говорил. Кому-нибудь целую нужно?